Конкурс «Лучший молодой специалист» прошел в Лиде. Его организатором стал профсоюзный комитет Лидской центральной районной больницы, который пригласил молодых работников данного учреждения здравоохранения побороться за первое место на сцене Дворца культуры. Такой конкурс позволил молодым медикам не только показать себя, но и быстрее адаптироваться на новом рабочем месте. Конкурс «Лучший молодой специалист» Лидской центральной районной больницы посвящен Году мира и созидания. Проводится с целью адаптации молодых специалистов, укрепления наставничества, укрепления командного духа. Конкурс направлен на развитие творческого потенциала ребят, и участие принимают из числа молодых специалистов, прибывших последние два года в Лидскую ЦРБ, наши сотрудники, креативные молодые люди. Конкурс такой, скажем, общего направления творческого потенциала развития. Будет оцениваться содержательность номеров, креативность, инициативность молодых людей. Посмотрим, что могут, умеют, кроме профессиональной деятельности, наши молодые специалисты в жизни, как умеют показать себя и проявить. Участие в конкурсе приняли 6 молодых специалистов, которые боролись за звание лучшего в несколько этапов. Для состязания девушки подготовили мультимедийную презентацию, где рассказали о себе, своей работе и процессе обучения на свою специальность. Поведали участницы зрителям и членам жюри, почему они выбрали эту профессию и чего хотят в ней достичь, в творческом эссе на тему «Мое профессиональное кредо». Наибольшую трудность для молодых специалистов представлял собой конкурс социальных проектов «Это здорово», в ходе которого медикам необходимо было предоставить решение существующих в обществе проблем и рассказать, чем они могут помочь людям. Заключительным этапом конкурса стала демонстрация творческих способностей его участников. Я работаю в хирургическом отделении Лидской центральной районной больницы под руководством Синкевича Александра Людвиговича. Презентую свой проект «Мы выбираем жизнь». Он направлен на поддержку онкологических пациентов. Проекту было готовиться достаточно тяжело, но мне помогал коллектив, отзывчивые коллеги. Проект направлен на социальную, эмоциональную поддержку онкобольных, чтобы его сделать в городе Лида, чтобы могли приходить, мы могли поддерживать работу врачей-онкологов, работу врачей-психологов, чтобы оказывалось этим больным людям, потому что диагноз рак – это не приговор. А конкуренция серьезная и настроена хорошо на победу. Меня поддерживает мой коллектив, мое отделение. Мой социальный проект – это отказ мам от новорожденных детей. Цель моего этого – прекратить, чтобы мамы отказывались от деток, чтобы меньше детей попадали в приюты. Также у нас в педиатрическом отделении в центральной районной больнице есть, где лежат дети-отказники, чтобы их намного меньше было. Мне мой коллектив очень помогал тоже в участии в конкурсу. Давалось мне как-то легко это. Я настроена очень на победу. Тоже есть сильные участники, но надеюсь, все будет хорошо. Победителем конкурса «Лучший молодой специалист» стала Кристина Гомза, медицинская сестра процедурного кабинета для новорожденных детей отделения анестезиологии и реанимации. Второй стала Елена Чекавая, врач-уролог хирургического отделения Лидской центральной районной поликлиники. Третье место заняла Ольга Питько, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи.